голос, да. А, ты в звуковуху тыкнул? Или что? Да. Он там я по-любому, понял, где, блядь, да. все, Настраивать это там не надо, сет же, походу. нахуй, это уже другой какой-то Да, челик, нахуй. а у тебя шипит. Чё, хуже голос стал? Ой, ебать, лучше ничего не говори, нахуй, ебаный урод. Он, походу, в разъем наушников 3.5 воткнул. Перепутал разъем. Ну, и смот какой-нибудь поставил там, блядь. У тебя, знаешь, там как будто тебе лет 40 сейчас, нахуй, да, и прокуренный, нахуй. Ты скоро сдохнешь уже, как будто. Да, там просто уже... Там сырос печени плюс, блядь, прокуренные легкие, нахуй. Короче, как у Ведьмака, нахуй, или этого. Ну, это мой нормальный голос, если что. А, я понял, нахуй. Ну, тебе, короче, настраивать звуковуху надо, у тебя там шипение небольшое. Нет, шипения, кстати, вроде нету. Да нету, не, есть. Чуть-чуть. Голос восстановился. Ну-ка, частушку какую-нибудь скажи, ну-ка. Давай, сектор газа, нахуй. Не слышно нихуя. Да, ты погромче себя же сделай, типа, себя. Хули я так медленно лечу, блядь, кто знает. Летишь или лечишь? Какие-то, это... Так лучше? Еба. Да. Так громче. Ну, получше. Так громче просто. Громче, но не да, лучше. Двоих. Время маскировки. Блин, кринж надо настраивать. Да, там надо прям... Ну все, блядь. Короче, не буду узнавать теперь его, нахуй. Будешь чем-нибудь говорить, я буду спрашивать, кто это, нахуй. Что это за дед новый в гильдии? Как вы думаете, репичип сдохнет на ребре? Нет, не сдохну. Думаю, сдохнет. На ребре не сдохну. Ебать. А если хорошо подумать? А если хорошо подумать, то не сдохну. Даже может меня не хилить. Я сам похилюсь. У меня сейчас весь клинит сдохнет. Сейчас все это услышали, да? Да, он сказал, можно его не хилить. Все, нахуй. Не хильте, сам похилишь, похуй вообще. Я специально буду. Норм? Да, норм. И сразу же. Просто за ок. Сержи, чего тебе с голосом? Скажи мне, пожалуйста, блядь. Так я не понимаю. А он такую же прогу установил. Какой, лучше он или хуже? А я не могу понять, блядь. Ты звучишь как дед. Да, вот. Ну, был, есть. Был школярчик, а сейчас дедок, ебать. Лол. Понял. Такой, на лавочке возле этого подъездика. Вы хотите сказать, он вначале притворялся, да? По-любому. Вначале был микрофон другой вообще. Не, говорю, от микрофона много чего зависит. Ну, типа, да. Я просто начал висеть, да и все. Что? Висеть начал. Понятно. Так, вот рыба. Слово научился. Жрём. Что там после целка будет, кстати? Целка. Не можешь ничего не говорить. После целка. Ты это вообще пиздит, нахуй. Тыкните на этот, могу. Бризбак, это этот, кто он? Ёбаный, как он, Апродекс, да? Да, точно. Слава, вы вчетвером прохились, нет? Я не знаю, нет, путь пока в этом. Катрись это путь. На ребре хотя бы, блядь, поспаем, нахуй, вот, а там дальше похуй. Там на лане надо. Что тебе поспамить, белый чат у Бэмэна? Да. Ну, сиди на замене, пока вроде, блядь, есть, хуй знает. Поел, что ли, сам сиди на замене. Да не ты, нахуй. Не могу просто, блядь, отвечать людям в ПМ и еще с вами пиздеть, блядь, 10. А что? Не многофункциональный? Вообще пиздец. Да, понятно, деда. ВП-ханта, АФК, блядь. Линга же так, взять. Так, ты не? Каски там бафаешь, окей. Я каски бафаю. Окей. На чем он там, систем? Этот, Миральца писала? Можно стрим? Мак. Нравится, в рейд хочет. Как раз приоденется чуть-чуть. Лучше. А что там даже? Так, ханта на замену, пока свичнем нахуй. А этот финал босс зайдет, не? А он релогается вроде. Кто хочет почилить вообще? Вот сейчас кто в рейде? Финал босса. А ЕПшку дадут? Дадут, последнее. Ну давай я почилю. И ГПшку дадут. Не, ГПшку не надо.
Зря. Так. Дикона, ты в первый был вообще? Брисбак, а, ты и есть этот самый. Носферант, ты хочешь в рейд? Тебе надо что-то тут? Ну я хуй знаю, заберешь, что-то нет. Хуй знаю, без понятия. Они делают дамагеров, а хилов танков нет. Ебать. Там Транквилла вроде тоже хотел. Транквилла, блядь, говорит, был, нахуй, по-моему. Я на первой 25-ке был, а вот в Гере не был. А, понял. Ты в первой не был, я знаю. Ты хочешь сейчас в рейд? Ставьте шкаф. Всем привет. Давайте только быстрее. Кто здорово. Хочет, то не хочет. Слава, смотри, я могу пойти суп это готовить мне надо. Могу место освободить. Время, ты кто? Рома Панк, шаман. Ладно, иди. ВПХан, нет, и ЕПГ будет это что-нибудь там? Да, будет. Да. Только главное в конце рейда, там, ну, примерно через 2 часа подойди, плюс они на ИП. И главное, если спросят замену, будет... Просто плюсануть или что? Просто, а, блядь, да, там... плюсанешь, в двойсе скажешь, и нормально будет. Сука, дебил, там же квест. Все, я тогда пока это, в Долоран пошел или что? Все, да, иди в Долоран. Портанись там, или маги, дайте ему портал. Верхану, что тебе бабычка? А у меня астральная есть. Это. Ай, блядь, я квест хотел сделать, вдруг боешка бы выпала, я пошел бы раз все сразу делать. Это... Там, если что, славян надо будет, это я подойду, потом спрошу, нужна будет. Рерас. Да, давай, угу. Ага. Угу. Так, ну что? Я думаю, варить суп надо просто. Да, давай, вари, конечно. Это, блин, дело важное, блин, без супа пиздец хуёво. Ну, а что меня с группы исключили? Всё правильно. Ну, чтобы не мешали. О, нахуй. Кто там еще почилить хочет? Ну-ка. Я могу почилить. Что там, хил зашел? О, вот давай, Брисбак, не знаю, сколько он дамажит. Бидон. Он вроде говорит нормально. Ставь типов новых. Да мне бидона надо взять, ты что, угораешь, блядь? Смотри, Глеба свапнем, Глеба варпало, я почилю. Не, пускай вар лучше почилит. Ты давай это... Стреляй, блядь. А суманете сейчас, плиз? А никто не хочет уступить место на квестик, а? Ну, вы, кроме ВП-ханта, кто еще хочет уступить? Какой-нибудь милик? Пока вы там решаете. Это чилит. Я могу. Ушатастик можно. Ушатастик. О, давай меня обратно. Бля, минус двоит, нахуй. Ну, давай. Это припоты. Всем привет. Если что, тут заменись. Здорово. Здорово. Привет. Ваня, хорошо. Ты чё? Ладно, вот я... такой голос заманчивый, да? Я бы тебя сумоню, хорошо? Я так понял, пиздец, короче. Да хуя замены, человек 10 там есть, блядь. Ну. Ладно. Ну, человек 10 есть на замене, человек 8 точно. Вот это кто, мастер каши? А, кинь еще раз, плиз. Мордаунт. Сумон. Чё-то. А тебе нажал... не пришло, что ли? Это шо, чё-то не... я нажал и не смог. А, наверное, еще не... Я пойду пока почилю. Они все вышли из инстаграма? Да. Понимаю, видимо, еще не тэпнулся кто-то. Так кто в итоге хочет в рейд? Плюсаните сейчас, кто кого в рейд? Давайте быстрее, уже время. ВПХат не хочет? Да, время дохуя уже прошло, блядь. Давайте, я почилю, потом попробую даже. Ну я тут буду, но я не тут кашу. Так а кто пойдет там, если тебя сейчас? Он какаши там, инвизибл, блядь, кого угодно, бери, они не дают больше, чем... Ну, бери инвизибл, да. Или какашу взял. Вдруг он... Какашу. Он не принимает пати, короче. Что ты людей обзываешь? Последняя попытка. У меня КД, я с вами был. Кто был? Ну, на замену, это мастер Какаш. А, у тебя второй перс есть? Хорошо, мастер. Ну, у меня есть только, блядь, Тершама 240-й с 2-4. Ну вот в гильдии его закидывай, и им будешь на замене. А на второго перса не смогу найти ИП. Второй раз за тот же рейд. Хорошо, сейчас зайду, отпишу кому-нибудь. Ну там кто-нибудь, кто свободный, может возьмут. Чё, все? Все нормально, это самое? Желания нет. Чё там, из инста вышли, блять? Не знаю. Я вышел. Ты охуел? Нихуя себе. А чё за хуйня? Почему я хпал вообще, блять? А вот так. Ой, ёбаный, кто-то звонит. А все иногда так бывает. Не хватит. Не хватит. Сори, блядь. Я тебе больше скажу. Позвонили, поздравляли там, блядь. Пришлось немножко, блядь. С днём рождения, шеф. Спасибо. Мне сейчас и 80к не хватит, которые сейчас у меня сидят. Так что... Каску подгабахните.
Чистить. Повесишь ты на кого-нибудь, пожалуйста, паладины. Ходики. Бля, ебать непривычно с этими щитками, пиздец. Бля. Опа, а кто ливнул? Мазаришь. На сферату ливнул. Че, пулю? Слав, что? Слав, частицу повешай. Не знаю, ничего не говори, есть на тебе частицы. Я тебе в личку отписал. Ага. Понял. Сдохните в луже, пизда вам, нахуй. Ну, красивая или такая? Это не утверждение, это угроза. С зубами, с зубами. Зубастый. Откусит сразу. Давай, типа, это спам, типа, танкам больше. А чё на сферат ушел? Кто-то в рейд хочет? Вы заебали, быстрее эту хуйню решайте. Вот, смотри, минус танк, нахуй. Давай быстрее под незыбкой. Вставай, тебя резнули же. Вставай резче, блядь. Пиздец, нахуй. Я этот бидон только волну и только в репичи поспамишь. И на репичи по щит земли нахуярь. Иначе пизда будет нахуй. Тебе ноги подрели. Стадия, Гандальф и Катрисия, спамьте все хилки в репичипа, иначе это очко будет, блять. Он с двух ударов падает. Бать, финал с трех рвет. Смотрите, блять. Имейте в виду, блять, пизда сейчас будет хуево. Дайте присты баф. Я каску дал тебе, так что, блять, выживешь. А, ты уже умер один раз? Ну да, не хотел немножко сил. Я понял. Пиздабол, блядь. Я старался как мог. Это про товар, он, блядь, ишь, дырявый, нахуй. Потому что слабый еще, надо его еще одевать. Смотри, блядь, просто, блядь, завешиваешь абсорбом, ему похуй, он один хуй, блядь, падает. Ну. Мне кажется, только три волонира его захилят, но. Эти мы создавали себе ДКшников, блин. Сейчас не пон. А стрим вообще меня показывает, а мне? Да, да, все нормально. Да, да. Это что, ты на сферату ушел с рейда? Уходить надо. Он сказал, что два демона в рейде, и он пойдет поужинает за мини посетить. Я понял, блядь. Надо же дождаться ответа, блядь, а не просто ливнуть перед пулом прям. Да похуй. Оба. Ну, просто ГП. Давайте заходите, кто там пойдет в рейд. Не хочу 24 идти. Смотри, осколок падает, вы хлеб, смотри. Ага. Ну, я сказал нахуй. О, я понял. Куда нахуй, блядь? Ванга, что ли? Естественно, блядь. Я понял, блядь. Хорош. Я давай, прошел... предсказывай так каждого босса. Я прошел так-то школу волшебников и чародеев, нахуй, блядь. Нахуй. Ну, понял. Что-то чатом уже что-то не помогло. Ты их можешь просто скидывать. Эй, Заханыч, вчера бы что-то не помогло. Вчера хуёво кастовал. Слабо. В смысле, я не понял? Ну, вчера ты слабо кастовал. Не понял. Вчера чудо не случилось. А, да, блядь, не, ебал я рот, тут целка, нахуй. Это ты про слабость говоришь? У кого есть, сука, как он называется, нахуй? А чё про слабость? Не, там мы набрали... Распыл, у кого есть? Я Авеланя. Скидывай. Бля, дринка нет, так боже улетела, нахуй. Угу. Ой, блядь. Да, хули дринка нет. Я не заметил, что там юпочник, блядь. Ебать, у тебя наручи, конечно, пиздец. Кринж, нахуй. А чё там за наручи? Стрелка десятки, оп? Ну, там какие-то. Нет, 45. Крафтовый. Ой, там осколок. Дай лучера. Не дам.
И побежал. Я понял. И съебался. Такой остался, такой, блядь. Так, все, можешь забирать. Спасибо. Чарж БШ покинуть тело. Спорим, рыбий чип упадет на Синдре? Да что ж, я просто, блядь, вы это уже ставки делаете, да, давайте, хорошо, 30 тысяч, что я не упаду. А Frost Resist есть? А рыбий чип? Есть, а через сколько секунд он упадет? Ну, посмотрим, ну, даже неинтересно. Ну, первую фазу он не будет точить сначала, а потом сдохнет. Эти издеваются, блядь, скотина еще. Не, ну это уже... Специально на Surf я сдохну, блин, специально. Ну, на Синдру там, если что, я могу спекнуться. Блядь, ну позырим. Не, ну разок-то можно закануть. Ну разок, да. Блядь, специально себе кожевку вкачаю, блин. Вот удалю партнягу, вкачаю кожевку, блядь, и зачали себе на этот. Так так и подведение стихиям. А ты чё, блядь, на протоваре парнягу вкачал, блядь, четвертый проход? Ну у меня же он как этот, как мульти этот, спековый. Гибрид. Короче, и не танкует, и не дамажит. Да-да-да. Вы издеваетесь там, блядь, по созданию своих скачников, своих шаманов, блядь. Одним словом, дырка от бублика, блядь. Иди, давай, давай, а хули ты не стал наваривать? Это на всю хуйню нажимаем распыл, короче, на вот эту хуйню, на групповой. А на этот, на буешки, которые дорогие, там по 2000, там, это отказывается нажимать, я кубик нажму. Нихуя себе, дед обозначил сразу. Где-то распыл всем отдал. Ну пускай, кто у кого выпадет распыл, тот это. Да ты папа. Получается. Так, получается у нас сегодня чё? Ока, да? А, или чё, или ссылка, блин? Ссылка гео. Ты чё? Блять, мужики. Слава, у тебя это этот стоит. У меня стоит, да. Вуджу, да, ей это не мне без разницы, стоит у тебя или нет, да. Вуду у тебя стоит или что? Да, Вуду. А что, он получше хиллбота? Топ номер один в мире аддон, ну так, чисто для справки. А что плюсики какие у него? Плюсики, блядь, все плюсы, которые есть только, какие только можно. Мне кажется, если бы вот войду, сказали, прорекламируй наш аддон, блядь, и он просто, это топ один аддон мира, ну так, если что. Там Дарнавана отведите. Вот. Ну так, для справки лучше. Дарнавана отведите, кто-то квест делает, прием. Ну, да, отводи, да, конечно. Глеб, отводи его. Череп еще поставил. Надо грипнуть чувачка. Пробуй Старфол не надо. С лестницы. ДКшники. Ща грипа. Глеб, отведи Дальнована, он сейчас, блядь, сову убьет, либо его сейчас... Алло, типа... Дальнован, не проебите кое. Дальнована, не бейте. Вообще, блядь. Нормасу, он нормас уже обрыгался. Там багруха нахуй валяется, блядь. Стан дал по магу, сейчас она в этой, в глыбе. Багруха валяется, анрол. Нихуя, там... Ошибните этого. Да, ты ему покаяние дай, и все, хули ты это самое, мозга ебешь. Да, шипните, маги, идите, шипните. Не, не шипайте, ему покаяние. Пускай хп себе реснет. А, ну все. Похуй, потом 40%. Постоит, подержит, ничего страшного. Зачем шипать, когда можно шиперить? Да я буду покаяние просто давать под катом. Давай, с кем? Давай. Кого здорово, да. Дарнавана с леди. Нет, с этим, с Митчином, как там, еще-то один квестовый тоже. Ты что там, блядь, курнул, нахуй? Славу. Хорошо, надо нарисовать. Который на лане, блядь? Да, шипели мы их, короче, ребят. Это уже прям по-европейски получается. Опа, маг осторожно. Хочет пизды нам дать. Ой, заберите фанатика. А, нихуя. Чуть не отпиздили, да? Ну смотри, ну, так-то бидон топ-1 хпс, нахуй. Ну так правильно. Да, нет. Нет же. Слава, Вуду есть у нас? Пока еще топ-3. Он на втором месте. Что есть Вуду? Вуду у нас есть в аддонах, Гильдии? Не знаю. Да скачай, блядь, сайта любое, блядь, вон. Я как скачивал? Набираю Вуду на русском, нахуй, и все, и скачал, блядь. Похуй, да, с любого сайта. Да, и на сайтах точно так же зеленую кнопку скачать нажимает, а потом, нахуй, Амига. Только смотри, чтобы Амига, да, это самое, не качалось. Как понять Амигу? Ну, браузер Амига, короче. Что-то типа браузера, только это, помойка. Ну, вирусный сайт, короче. Понял. А его, кстати, там, по-моему, даже уже нет, его перестали. Есть. Я с этого хитма качаю этот музыку, появляется еще одна хуйня. А нахуй ты музыку качаешь, у Spotify же есть. Да я не сижу на этих ваших Spotify, хуяях, я по старинке на телефон скидываю на карту памяти. Бам. Понятно.
Ебать ты, блядь, динозавр, нахуй. А потом удивляемся, что у него воин не дамажит, блядь. А что вы здесь делаете? А тут воин-то здесь при чем вообще? Вы чё? Ебать ты, блядь, качаю музыку, блядь. Мага за контроль тем, чтобы не разъебал. Гошан, ну ты ждёшь, блядь. Миликов нет. Ну, в смысле, я жгу, блядь, это нормальная тема. Я через бока слушаю. Рассказываю историю. Одно время, когда я боялся качать музон с сайтов, я просто брал телефон, записывал музыку на диктофон. Да, потом я пересилил себя и начал качать музон через программы. Так ты в ВК зайди, да и слушай. Нет, у меня нет подписки на ВК музыку. Да там похуй, там бесплатно, блядь. Нет, у меня не бесплатно. ВК музыка — это кал. Согласен, там сложно что найти. Нет, у меня там вот музыка, которая мне нравится. Предсколок. Я же, блядь, я второй уже предсказываю, слышишь нахуй? А ты не говорил сейчас? Я сказал. За секунду как упал босс, нахуй. Блядь, не могу, отойдите нахуй, не могу тыкать. Это все потому, что ты со мной в рейде, понимаешь? Как бы? Ну понятно, нахуй. Нибелунг. Смотри, сейчас багруха нахуй падает, смотри. Все смотрите, блядь? Мне багруху можно? Смотри. Давай, я смотрю, смотри чат. Смотри, багруха нахуй. Давай, заханочку. Не смотрите. Обосрался. Ясно, понятно. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Ну, почти багруха, кстати, была. Дай вот эту... О, избавление от кошмаров, ну нахуй. Ну, по факту, почти багруха. Избавление от кошмара вообще заходит. Да. А чё? Хилбок мне удалить надо, да? Ну, наверное, да, можно отключить, не обязательно удалять. Часок это фильм стоит, Лошан? Не знаю, надо глянуть. У меня нет с собой этого переносного аукциона. Сейчас войду, багруха дропается. Смотрим, нахуй. Подарок на 750 ОДЭКС. Да, нормально. Да, багруха упал. Ну по факту, ты можешь одну купить эти ледяных шаров купить и продать их. Мешок ледяных сокровищных. Вот, бля, вот изначальных пустот бы накупить, да, вот это была бы тема. Ну, если бы падали. До того, как они в цене. Да. Хуя они сейчас стоят 400, блядь. Я их продал по 600 голды, кажется, за штуку, нахуй. Че там, смотри, у вас есть? Ну, в тот день, когда эти шмотки за пустоту вышли, я купил по 80-500 пустоты. И на следующий день по 500 ты продал. Ты успел просто еще. Ебать вы эти. Прямо вот в последний момент я успел купить. И на следующий день все по 500 продали. И потом рынок обвалился, да? Я РБК просто наиграл, у меня там лежало, потому что это стук 60-70, нахуй, я все продал, блядь. По 600, блядь. Пойдемте РБК фармить, короче, после этого ради. Ну да, НРБК фармить. Красные полирули анрол нам. Да. Ага, до связи, блин. Так они не каждому падают. Да, не берем. Последняя полироль, которую я продавал красную, что-то около 32 тысяч, блин. За одну? Ну да, ну не кусочек, да, а полноценную, типа. Ну это сильно. Ах, пизду, блядь. Что такое? Так у тебя же висит какая пизда. Да он узнал, сколько ему лет сегодня исполнилось. Ага, я охуел, да? Ну чё, Войд? Челиков бахать не получилось. Все мы будем на твоем месте, когда... О, с трубы получается. Сколько годов-то исполнилось? Да. 31. 31 годик. Это что получается? О, ты себе уже поменял. Третий века. Славян, а чё нам с тобой вдвоем здесь только по 31? Ну хуй знает, тут есть челики по 50, нахуй. Это кому? Лингрену 45, нахуй. Или сколько? Мы с тобой ещё, блядь... Молодые, но... Мальчишки, хули. Дунхук мастер вообще старше нас, 35. А мы тогда кто? А мы пиздюки. А вы-то еще это школота. Мышки, ты, блин. А, понял. Чё по матише задали? Хуйню куда задали, блядь. Кукмастер, ты тут на карте постою. Без 100 грамм не разобраться, ебать. Ну, это проблемно, мне кажется, очень, если ты без 100 грамм... Мне кажется, 100 грамм мало будет. Мало будет? 5 литров, да? 300 минимум. Побольше надо, да? 5 литров где искать-то потом, блядь? Так как... А, ты имеешь в виду тебя где искать? Я думал, ты где 5 литров найти, да, блядь? Да нас бег, блядь, 5 литров водки где искать-то, блядь? Найдем, не боись. Главное это самое. Нет, сейчас... если водка разбавленная водой, то хуйня вообще, блядь, 5 литров. Так, Славян, ты запас там 5 литров? Ты где живешь?
Я хуй знает. Уже потерялся. Такие вещи спрашиваете, я когда хилю нихуя не понимаю. Надо пацанов не уронить, видишь, мне мастеру. Ну, Катрисию кто-то хуярит. Ну, Катрисию ладно. Похуй, да? Кидаем. Ну, его через... Похуй, да, чё, блядь. Смотри, смотри, я просто стою, стою пяткой на шипе, нахуй. Мою морку вообще поебать, нахуй. Выдержка, нахуй, зеленых людей, нахуй. Зеленых людей? Ну, зеленый орк. Как бы не пяткой. Как бы не пяткой, сейчас я это скрин сделаю. Надо было негра орка делать. Угу. Чтоб не обиделись эти, как они. Да ущемленные. Те самые, короче. Как он называется, это движение-то это? Был, ну, пидор, короче. Был, нет, это... LGBTQIA+. Нет. ЛГБТ это одно, а БЛМ это другое. БЛМ это же... А Black Lives Matter, что ли? Да. Господи, я вспомнил, называется. А они кто вообще это, глиномесы или кто они? Ну, они по факту, они обиженные черные, так скажем. То есть это такая... Не знаю, это... Негры вообще нормальные ребята. Особенно Уилл Смит, да. Работают все хорошо. И Мартин Лоуренс, да. У нас в Йобурге их дохуя здесь, блядь, Захан еще на шахту отправим. Ребята, а есть сайт черный? Блядь, ну. Таджики и все остальные под БЛМ подходят или нет? Вряд ли. Ну. Глеб, получается, это БЛМ. Глеб, ты смотрел видос, я тебе кидал там, короче, когда крепостное право отменили, нахуй, а ты только закупился, нахуй. Крепостное крабство, ты сказал? Крепостной краб. Крепостной краб. Я что, про товар, блядь, а что меня пиздят прихотинцы, нахуй, я на шипе. Я все понимаю, но я тут, блядь, держу на себе, блядь, да хуй. А сколько мы еще стоим? Еще до мага? Я хуй знает. Ну он фул может простоять. А, ну стоим, нахуй, чё-нибудь. А хули, зачем вы бьете их? Я еще постою, блядь, так хули мне делать. Я же это, блядь. Просто группа поддержки у меня, видите, моя, из пехотинцев. Этот бидон, там волну начинает спамить. Два приставика, три себе по хокмастеру. На репичи по похуй. Я его фул захиливаю. Спасибо. На репичи по похуй. Спасибо, ребят. Да можете даже пехотинцев не заливать, это хоть с кем-то могу пообщаться. Да я угораю, блядь. Я угораю, блядь, заебал. Я тоже... Да не, хуесосите его дальше, нормально. Так, скиньте, дайте боб по репичу, пожалуйста. Пусть тут это... Блядь, надо перетаскивать тут макрос. Ай, блядь, сука, сейчас корабль упадет. Перелетайте, нахуй. Частица одна секунда просто, и хуяк. Ебать. Смотри, осколок сейчас падает, отвечаю, нахуй. Да, ты это каждый раз будешь говорить, просто я понял. Не, вот сейчас упадет, и сейчас вот... будет твой проеб. Там не будет его. Забей. Будет, смотри, будет. Сурка не будет. Вот отвечаю, не будет осколка сейчас вообще, отвечаю. Не сейчас, не потом, не сурка. Если, блядь. Я же сказал, не будет ни сурка, ни сурка. Сегодня хватит осколков. Да, на сегодня хватит. Не. С первых двух, блядь. Значит, сурка будет, значит, сурка будет. Не, еще 2-3 точно должно упасть, блядь, если с первых. Сундуков по-любому должны упасть. А ты заканчивай, вангую тебе. Не упадет, вот сказал, что не упадет, и с фанга не упадет. Да мне-то похуй, не я лутаю, ты Глебу это говори. Смотри, смотри, чем дальше лутает Глеб, тем дольше лутаешь ты. Понял, да, логику? Это, да. Ну, тинах. Когда нет аргументов больше. Ебать, жидкий нахуй выдал. Блять, загнал в угол нахуй, первые жизни, блять. Нет, есть не такое умножение чар. Вообще-то не так, смотри, чем дольше лутает Глеб, тем дольше лутает и Вилаша. Чем дольше Вилаша, тем дольше я, понимаешь? Нахуй? Это ну, самое, захилите сурка в три хила, шаман и два приста. Смотри, Захан, рассказываю тебе анекдот. Тихо, нахуй. Ванёк лутает с Герой, и заходит в очередь Лилаша, все. А ты где-то там стоишь за дверью и облизываешься. Я облизываюсь, стою... Ты знаешь, когда вот на кухне перед Новым годом мама готовит вкусненько, а ты стоишь, облизываешься. Баба кушает с мамой, что-нибудь пробует, нет, такой, а можно мне? Нет, это на Новый год. И ты нет, такой, блядь. Мне обычно похуй, я беру, не спрашиваю. Эй, я тут, нет? А, ну запустил, похуй. Эй, нету, нахуй. Потом понял, просто блядь. Пиздюлина такая, знаешь, прилетает. И шо? Ой. Охуеть, я чуть-чуть грань, блядь, не распылил. Но опа, это, видимо, блядь, это невозможно, видимо, сделать. Она не начала пылиться.
А прикинь, я реально взял грань распылил. Ребят, я бы их распылил. Не, мне кажется, можно распылить. Я когда комбо там был, киллил, распылил случайно. Ну, ВХ не пылится, как я помню. На его можно на легендарке. Ну вот и грань тоже, типа, не пылится. Я сейчас проверил это. Ну и что, какие были твои эмоции после распыления Кильдовара? Опы. Кто это такой? И какие это восстановители? Тев какой-то нахуй. Кто это, блядь? А это... Почему на магах показывается такая хуйня? Три мага. Там же сколько? Первые 14 дней, да, можно шмотку восстановить? Нет, там может быть у меня, скажем, некоторые шмотки по 3 месяца висят, но ты и одну шмотку раз в 14 дней можешь восстановить. Там ограниченный список. Там то ли 20 шмоток висит на сайте, то ли 15, что-то такое. Интересно, кто-то бахнул припод? Так, кто меньше меня даст, тот пидор. Блять, ну пизда мне, короче, ребят. Гейро. Заебало, Ваня, блядь. Я? Дай шмот погонять. Какой шмот? Тут дамаж так много. А сколько там? Я просто не вижу. У тебя 21 600, у меня 16, нахуй. Хули 45-й пал нахуй. Запать, блядь, вещи нахуй. Да пал в октябре, блядь. И половик. Интересно, блядь, успею дать еще один бурс, нет? Да, вроде как под самый конец. Ну, 37 секунд до бурста. Не факт. Если дам, то будет где-то 20-21, наверное. Ой, я-то разогнался. Что? Блять, у меня было 21. Не, я имею в виду палом разогнался. А-а-а. Да. Не бейте, дайте бурс прожать. Пошли, 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 пошли. Шел куда-то в помойку. Эх, шел вот, в помойку. Вот смотри, вот с этого сундука точно будет. Ничего не будет. Будет. На волю упадет. Будет, будет. Не будет. Пиздец, дукашник. Воля упала. Воля упадет. Хо-хо. Воля. Только не мордаун тут. Воля, на ретрика возьму, нормально будет дамажить? Нормально. Плохо. Ладно. Воля на ретрика? Хуйня, да? Заебись, ну. Нормально. То, что нужно, бис. Бис в натуре. Все, лишь бы не мордаун, да, я понял. Охуеть, заверните два, нахуй. И коллу. Ну тут вообще по факту в ней все хорошо. Кроме того, что она прокает. Кому воля? Долго. Не сдохните только там на трэш. Блять,
Дай-ка трясейный рог. Пока при памяти. Жалели Водина в пуге, там, в бюджетом. В большом. Заебали. Ну серьезно, в пудже жалели, видишь, баишки сыпятся. Там, блядь, хукма сейчас сдохнет. На нахуй, уволил. Расформировали, блядь. Пацана, блядь. Ёбаный рот, ну зачем нахуй? И вот что теперь делать, нахуй? Давай, значит, на первое истребление незыбку дашь. Или КД незыбка есть? Смотри, короче. Хилы себя, блядь, все заходите там. На нахуй. На нахуй. Скомбинировали. Что, будете кого-то расхуяривать там или в пизду? Нахуй надо. А, хоть великого убили нормально. Самое главное, это здоровье хулипала. Поэтому она себя чистит сюда. Дай бог тебе здоровья. Ну представь, если бы я сдох был. Вообще совсем бы хуёво. Ну я же говорю. Так, а дайте столик маги. Я пожру жетву возьму побольше. Навала. Есть? Чё? Ага. Я б на месте мага за столб сейчас голды просил бы. Всё, сотку. Ну сейчас договоришься, и всё. Я буду 100 голды просить. У меня с 50 уже. Жидкого убейте вот этого исследователя. Уж тебе пизда. Уже на себя подумал в первую очередь. Подогнался. Я думаю, за что. Ну ты-то не жидкий, ты-то нормальный пацан. Ты-то кисель. Да, я чисто желебен. Если он не жидкий, блядь, я не понял. Слава, ты завязывай меня. Не-не, он не жидкий. Жидкий он, блядь, как он не жидкий. А ты если бы себе прозвище Мордаунт выбрал, ты бы какое бы выбрал? Не знаю, сложно сказать. У меня есть одно прозвище, а вот просто... Просто могильный ветер. Но оно с жидкостью не связано никак, да? Ну, как раз Мордаунт это и есть прозвище, как бы. Ну, я бы себе взял бы. Я просто не разбираюсь, что это значит Мордаунт, хуй знает. Мордаунт? Ну, это вот... Смотри, берешь, читаешь Александра Дюма, Мушкетёры, 20 лет спустя. И там все. Морд. Сейчас мушкетеров переснимем, кстати, там это. Д'Артаньян, боярский бы. Афроамериканцы. Нихуя. Смотри, мор. Давай сделаем синтетический разбор Мордаун. Мор это болезнь, правильно? Правильно. Даун это тоже болезнь. Поэтому что? Мне кажется, когда Дюма писал, дописывал произведение, он не думал об этом. Ни о даунах, ни о болезнях, да? То есть. Хочешь переосмыслить произведение, знаешь, мне кажется, тебе надо быть этим учителем литературы. Сегодня переосмысляем Дюма. Итак, я переосмысляю, у меня вот рыба одна в кармане осталась. У меня да, никто не по... А, блядь, вообще как-то рыбу в кармане не носят. Могу поставить, если хочешь, как бы, чисто тебе это днюхи.
Где Катриси? Ну так поставь. Поставил. Давай. А тебе какой погоняло сделаем? Кому, мне? Анимешник Катриси, или как? Не, так они могут. Это вот это вот, которая вот эту вот хуйню всю произносит. Это как называется? Да, да, вот это вот все. Не, ну анимешник это слишком банально, типа, ну блядь, это типа. Я бы придумал, конечно, прозвище для Катриси, но это слегка грубовато, тут девочка как бы. И чё? Типа не в плане того, что грубо это сильно очень, но просто. Похуй. Давай башню самому интересно. Давай. Давай. Давай, заебал. Давай. Ой, я уж боюсь, ладно, промолчу. А давай, блядь, не интригуй, сука. Котопёс, нахуй, все. Нет, нет, нет. Мех, кора, или как там было, нахуй. Ну я говорю, котопёс. У меня у отца ник котопёса в ребу. Шерсть, мех, перья, бревну, нахуй. Да-да-да, вот эту хуйню, да. Скороговорка, нахуй, у тебя погоняла бы. Матроскин, блин, тоже. Усы, ветки, мех. Вот мои документы. Ветки, мех, блин. Ну, как по-другому сказать, я не знаю. Светки мех. Что он еще? Что он делает? Кусается. ВДД, вынести одно, я под медика смотрю. Это вот все Гошка вопрос, почему ты жидкий. Дай-ка три себе инрок сразу сходу по войду. Что тебе еще? Еще. Да. Еще. Еще, сука, быстрее она. Бидон без маны, смотри. Ладно, давай ему похуй. Не знаю, откуда у меня мана взялась, блядь. Это ошибка какая-то, блядь. Если после этого босса слетаю быстренько на аукцион. По ошибке инер влили, походу. Слава, как часто все по ошибке вливают. Ребят, не знает TikTok, как в хиллботе отключить отображение каста других? У меня щиточки от хулиприста идут, очень сбивают. Тебе так и надо, тебе так и надо. Там легко, там легко, там устанавливаешь вуду и все. Смотри, заходишь в... Вуду панели, иконки хотов, и там, где будет галочка, вот эти щиты другие, отключаешь. То есть свое там есть и другие. Короче, воду установить, да? Воду Restoration, которая, типа, увидишь доктора второй спел, типа, да? Ну да, воду Restoration, короче. Чип забирай там, не спи. Ну я на 9 забирать. А, все уже, ебаный урод. О, осколок, я говорил, упадет. Ой, я понял, ахуй. Ты пальцем в небо тыкаешь. Бля, можно в другое место потыкать пальцы, ну ладно. Ой, бля. Но не нужно, нахуй. Ну не нужно, да. Смотри, осторожно. На гнилом поставьте, пожалуйста, шкаф, присмотрите меня. Да, сэр. Ну, не так, конечно, официально можно, ладно, спасибо. Мадам, слышь, возьму боешку вдох. Долг взять или боешку вдох? Долг взять. Кровь никому не надо? Да, взять. Я понял. Дай-ка лучше работать. Даю-ка. Спасибо. Ага. Ого, значит. Осколочек подачал. На месте готов все заменить. Забрать, а я не готов. Это куда пишут? Это в ПМ войду пишут. А, ебать. На Сферату там пишут. То есть уходит, то потом прийти хотят. Накройте его чем-нибудь. О, какой он вонючий. Он прячет в заднице пистолет. Ебать, дед, нахуй. Ебать, там шиза разыгралась нормально. Злую шутку сыграл свой дом. Не смотрели, что ли, бриллиантового полицейского? Походу нет. Мне сущие тряпки хватило, блядь, перед Новым годом. Не, блядь, полицейский это вообще. Что за Иисусия тряпка, блядь? Можно, пожалуйста, вести в курс дела? Может, тебе не желать, нахуй. Понял. После рейда покажу. Блядь. Я каски бафы увела, не кулак проси, блядь, заебал. Он как тебе пишет. Я забыл эти таблетки и показывал нам видос про Иисусию. Блядь, а можно тыкнуть, нахуй, алло, блядь, в шкаф, нахуй. Не надо в него тыкать. А можно каски, пожалуйста, с кулаками? Ну, коснуться, нажать, хуй знает, погладить, блядь.
Касочку можно? Кому? По ДК. Нельзя. По ДК. Ну и кулак тоже. Там 8 минут было, блядь. Босс 3 минуты бьется, ебать. Столько регов потратил. Пизом по 5, а только 3 сианоид, что ему бич-кулак дали. Бич-кулак. Ты думаешь, Саве надо МП-5? Ну, главное, чтобы не бич-пакет. Почему бы и нет? А дай-ка под жопу встань. Нихуя себе, блядь! Нахуй. Легким движением руки. Знал просто, как захиливается, блин, легким движением руки, нахуй. Одним взмахом палочки. Да. Бубонный. Кожаный. Ебать. Что происходит, нахуй? Так, про товар во всей красе, блядь. Попытка номер 2, нахуй. Считаю. А потому что какие-то бичи, блин, срывают с меня его. Давай игру набирай. С дразнящего начинаю всегда, да и все. Начинал. Ой, сколько хпсов в тебя уходит избыточно, это жесть просто. Кто бы знал. Ну извини, да. Ну извини, что мы такие бичи. Посижу на нас. Ты бич. Чё, мы... Артуары. Вы слышали? Все слышали. Хорошо, нахуй. Правильно, туда его, нахуй. Туда этих, туда их. Ну у нас не альфа, что я могу сказать, нас не баф. Бич бича видит издалека, нахуй. Ты это паладинам скажи. Да, блять, вам хорошо, у вас, блядь, правосудие, вы там и хилите, и щитуете вас. Вот Авилайя, прикинь, как заебывает, когда весь хпс паладина, говоришь, что типа чисто джага и все. Да. А на то, что хп хилит, это... О, видите, да? Видите, да? Хпс паладина джага, блин. Ну, на лане лямчик будет. Тупо джагой. Слушай, так если у хп ловит один, единственный хпс это джаггер. Нахуй нам нужно брейки, заставим руброй коньюк и дать, да и все. Да, это рефлекс. Зачем эти хпалы вообще? Хуйню придумали, нахуй. Ну. Ради бафов только и берут. Хули присты, бля, вот это вот нормальная тема. Остальное хуйня все. Я тебя запомнил хорошо, ладно. Обидели. Шаманы топчики. ДЦ, 2 ДЦ, хит, 2 ДЦ, все понятно, робота не будет, и 1 ДЦ, я специально прошу все спекать в ходе престолов. Челики уже знают, что нажимать надо. О, нихуя. Так это получается, что у нас есть волонер, я могу зону антимагии не ставить? Не ебет, ты ставишь зону антимагии. Хуя ли, у нас волонер есть. А с тобой? Так, это сейчас... Я понял. Давай дальше. Ну, блять, вряд ли. Ну, зона-то охуенная тема. Она целый тикет поглотит. Да. Волонир вряд ли. Волонир вряд ли настакается на тик. Вот если из 4 хилов, допустим, Хэпристер, Дру, Эршам и Хэпал, с них может настакать на один тик. Ну, на. Ну, наплюсоваться на 20 тысяч щит. Ну ладно. Кюбаны, это надо кому-то это говно, блять. Да распылите его нахуй. Да распыляем. Короче, кто ловит пельмень, тот бич. Тут он хуже даже. У кого есть наложение чар, чарка на 60 выносливости на запы? Нету. А чё? У него паладина есть. Кровь никому не нужна, что ли, была в этом войне? Нужна была, просто боевка. Пропустили. Ну, можно было сказать, конечно. Ладно, хуй с ним. Похуй. Блять, пояс исчез. Не могу отправить. Лут не найден. Уже отдан или... Чего? Окно лута закрыто. Ну исчезла труп ебаный, блять. Да и похуй. Ты боешку потерял, ты что? Да. Блять, блядь, стоит 500 голды, нахуй. 200. Я постоянно за 200. Просто бичики-то не знают этой... Сбивают. Сбивают очень сильно. Какой 500 за эту боешку? Вы что, серьезно, что ли? Смеетесь, типа? Ну чё, мусор. Эй, Траволта, Закханыч, вы чё там, блядь? Давайте там кнопочки жмите быстрее ещё, блядь, хэм идти.
Активизируйтесь там. Спасибо, Хулидринг. Мне написано, что вы с героическими резонансами попадете. Сейчас это, похоже, так и будет. Том молоко. Я понял, блядь. Так, вызов слизней и сразу переходка. Я понял. Ебать, мы его перевели нахуй. Потом милики идете сразу его бить, если вас выберет, и ждете, пока к нам подойдет. Можете друиды сейчас накидать в меня ходок, пожалуйста, мне не хватает раги единицы всего. Ясно, на Абаме в Фелоксе. Да я так пытался растянуть эту всю хуйню. Холли бич получает. А чё, слизень ещё не умер, ёпт. Пиздец, КД большое, конечно. Милики, там не сдохните. Ну, блять, пиздец, Зеханыч, как дела там? Меня не успел служивать. Катрисия, Ресы. Финал... На кнопочке залили, да? Финал босса. Ровись давай, Зеханыч. Красный выходит. Берегитесь. Стопайте по боссу, отойдите от босса. Сейчас еще слизня одного убьем и потом уже переводить будем. Уведи босса оттуда, блять, они его закливают нахуй, уведи быстрее. Не трогайте босса, только слизня бейте. Да понял. И надо лужи, чтобы он еще успел выпить. Одно выпил, сейчас трое будет бить, вот уж. Все, может, переводить. Все, переводи. Те. Выпил, похоже. Ах ты, блять, лужи не допил, сука. Блять, не видно было. Все, блядь, волонир мимо тебя, нахуй. Мимо кассы пройдет. Отходим от босса метров на 20, как звезда показывает. Сама к нам вернись. Ты где там? Чтоб лужу нам наперед не налить. Вот там... Сейчас сюда нальем лужи и пойдем уже, обойдем эту лужу. Берегитесь. Так, вот пельмени, отходим. Сейчас лужи еще. Мастер, забирай с меня его. Сюда, вернитесь к столу, тут лужу налейте. Лужи сейчас вон через 3 секунды нахуй. Только не, это, там уже колбы повешались. По ним не пробегите. Блять, вот лужа. Все, пробегаем туда. Берегитесь. Подходим. Тролл Д, ГЦ. Я понял. Последнее желание. Что-то сараниты сыписали нормально. На кого вообще? А что это вообще за пуха с профа? На кого она нахуй? Она на ПВП вообще была раньше. Не знаю, что кому надо, так на удачу отдают. На удачу. На этот. На кого бог пошлет, короче. Да, Рианти закрыли. Ну, чумку закрыли. А ты чё? В рейд хочешь или чё? Не ходит там. Ак, да? Ну, осталась хуйня.